Начало учебного года всегда волнительно и ответственно, как для самих студентов, так и для преподавателей вуза. Но сегодня праздничный день, и он начался с поздравления ректора Международного инновационного университета, академика, доктора психологических наук Галины Бирулавы. Хотелось бы, чтобы вы помнили, что вот это время не повторится. Используйте его очень правильно, оно пролетит очень быстро. Конечно, очень важно сформировать у себя необходимые качества, чтобы гарантированно сделать карьеру. Как выстроить карьеру и быть успешным на рынке труда, преподаватели будут объяснять уже завтра. А сегодня первокурсники, выходя на сцену, говорили о прекрасной возможности учиться в Международном инновационном университете. Сегодня я стал студентом Международного инновационного университета и уверен, что высококлассные преподаватели, богатая материальная база и образовательные инновации станут основой получения престижной востребованной специальности. Именно в обстановке инновационного высшего учебного заведения я хочу приобрести уникальную специальность, получить всевозможные знания, также участвовать в насыщенной студенческой жизни университета. Поздравляю всех с Днем знаний! По традиции, любое праздничное мероприятие в Международном инновационном университете сопровождается концертом. Он подготовлен талантливыми студентами вуза. Международный инновационный университет раскрывает все способности студентов, в том числе и творческие. За последние 5 лет вуз дважды получал премию правительства Российской Федерации в области образования и науки. Елена Овсецина, Борис Осин, телекомпания ФКТ.